Балакове уже в четвертый раз состоялся традиционный открытый турнир по художественной гимнастике «Балаковская жемчужина», на который съехались юные спортсменки не только из городов Саратовской области. Сильнейшие гимнастки приехали из Пензы. Тренирует их мастер спорта международного класса, многократная чемпионка международных турниров Мария Макарова, которая уверена, стать чемпионкой может каждая. Ребенка сразу видно, когда мягкие данные связочки у детишек. И когда потруднее детям бывает. При большом желании дети достигают многого. Чем больше ребенок выступает, тем быстрее он достигает успехов. Он смотрит на других девочек, учится чему-то новому. Сам вот опыт приобретает новый, поэтому, конечно, чем больше, тем лучше. Это только кажется, что таким крохам еще рано заниматься спортом и уж тем более выступать на соревнованиях. В свои 3-4 года они умудряются и с куклами играть, и покорять зрителей, выступая на гимнастическом ковре. И с ранних лет юные спортсменки знают, какие перед ними стоят цели и как их добиваться. У меня было очень много соревнований, и у меня сейчас примерно 14 медалей дома висит. Я занимаюсь гимнастикой 7 лет. Пришла на тренировку первый раз в 3 года, чтобы стать чемпионкой мира, ездить на выездные соревнования. Турнир «Балаковская жемчужина» проходит при поддержке балаковского филиала АО «Апатит». По традиции соревнования приурочены к предстоящему Дню химика и проходят в рамках всероссийского проекта «ДРОСТ. Детям России. Образование, здоровье и духовность». Художественная гимнастика – это очень красивый вид спорта. Сегодня даже специально читал, и что вот таких спортсменов, вот как я и сказал, их называют художниками спорта. Поэтому компания «Фосагро» она поддерживала и будет поддерживать различные виды спорта, в том числе и художественную гимнастику. И мы рады, что в качестве, так скажем, места проведения мы вот предоставляем наш ФОК. И всегда рады видеть, приглашать ребят. В этом году на соревнования съехались около 180 юных спортсменок. Яркие, гибкие, грациозные, они лишний раз доказали, что художественная гимнастика – это один из самых завораживающих и зрелищных видов спорта. А ведь всего этого балаковская публика могла и не увидеть, потому что еще около 5 лет назад в нашем городе не было такой секции, как художественная гимнастика. Она появилась при поддержке администрации Балаковского района и проекта «ДРОСТ Балакова». Компания «Фосагро» является, как я понимаю, курирует этот вид спорта, и нам так сложилось, что нам повезло. Я работаю на заводе, ребенок занимается любимым видом спорта. Организаторы стараются сделать балаковские соревнования яркими и запоминающимися. Этому способствует и дружеская атмосфера, и желание порадовать юных спортсменок призами. Многие родители говорят, что здесь условия хорошие, зал хороший, зал соответствует, так сказать, этим требованиям. Светозал, большой зал. Для детей комфортный, родители говорят, мы бы хотели бы провести здесь соревнования. Обычно все соревнования как проходят? Первые, вторые, третьи места, как бы, может быть, грамоты, да, но в лучшем случае, может быть, медали. Да? А в наших турнирах все уходят призы. Все уходят с призами. Ну, конечно, лучшей наградой для участниц стали медали и грамоты за призовые места. Кстати, на счету балаковских гимнасток в этот раз было около 45 медалей различного достоинства.